резюмирую нашу часовую беседу. Хотелось бы как-то подвести итоги и поделиться полезностями, которые я сегодня от вас услышала. Коня землю ногой бьет, коня землю ногой бьет, ногой бьет, ногой бьет, шар йоры, вери йоры, шар цвер, цвери йор, цвери йор, цвер, таты, вертаты, таты, таты, вертатушки мои. Скажи, а как твои ножки после гвоздей? Еще чувствительно? Если честно, давай, очень сильно. Давай мы тебе да, немножко. Это, ну, можно, мы... можем ли мы устроить музыкальную паузу в этот потрясающий момент, пока он массирует стоп? В моем репертуаре есть песня, которая была написана мной в 11 классе, в 96-й, по-моему, год был. И, ну, так... Логически я понимаю, что это было очень давно, и я, наверное, должен был быть попроще, но сама песня, вот, мне не стыдно петь, такой интересный поток прошел, она про юродивых, поэтому я пою эти слова, и понимаю, что эти слова не стареют. Ну, можно вот. Петь? Да, могу. Пожалуйста, будь любезен, напой. Ой, вы люди юродивые, больно много ходите, все чего-то плачете, мольбы небу носите, ходите, ходите, милости просите, и хоть поете истину про деву, про пречистую, да только голосите вы больно отрывисто. Ой, голосите вы больно отрывисто, как тут люду бедному, по уму бледному, как найти, отыскать сходство с обеднею, как найти, отыскать сходство с обеднею, а людям все кажется, бессмело мажется образком, да крестным знаменьем вовек не отмашется, образком, да крестным знаменьем вовек не отмашутся, а вы идете по миру, а сколько вас померло, а дорожка чистая-то в небо повернута, а дорожка чистая-то в небо повернута, но в чистое небо голубем улететь голому не позволят люди, отрубят голову, ох, не позволят люди, отрубят голову, а с людьми шутки плохи, коль заели блохи, что не говори, не избежать подвоха, ой, что не говори, не избежать подвоха. Так не чертите, милые, по воде вилами, будьте вы юродивыми и не надо сильными, ой, будьте вы юродивыми и не надо сильными. Мне кажется, первый раз поют песню акапеллы, и ну, мне непривычно, но... Чистый голос, чистый талант, проявленное сияние, ясный ум, красота речи – это вот то, что я замечаю в себе. И мне приятно быть в твоем поле, потому что... Но оно такое прям живое, такое эмоциональное, яркое. Это класс. Спасибо. Я всегда это отношу, тоже в этом выделял химический момент, что мы вот так вот собираясь кругом таких, можно назвать кругом мастеров, потому что ну, все это школа мастерства, вся эта жизнь, когда мы сходимся, мы поднимаем друг друга на тот уровень частот, который нам всем доступен. Ну, вот мы друг другу помогаем проявить свои лучшие качества. Миша, будьте любезны, спойте, пожалуйста, для нашей шикарной песни. Которую в бане, которую пел, да?
Да. Сможешь ли ты обойти? Я не профессионал, да. Так. Сударь, забивайте, пожалуйста. Ой, да ты подуй-ка, с поля ветер, ой-е-е-я, ай-е-е-я, ветерочек. Ой, да ты подуй-ка, с поля ветер, ой-е-е-я, ай-е-е-я, ветерочек. Ой, да прямо к Маше падако, ой-е-е-я, ай-е-е-я, подокошечка. Ой, да прямо к Маше падако, ой-е-е-я, ай-е-е-я, подокошечка. Ой, да что ж ты, Маша, ко мне не выходи-я, ай-е-е-я, не выходишь. Ой, да что ж ты, Маша, ко мне не выходи-я, ай-е-е-я, не выходишь. Ой, да заморозить, а ты меня хо-е-е-я, ай-е-е-я, меня хочешь. Ой, да заморозить, а ты меня хо-е-е-я, ай-е-е-я, меня хочешь. Ой, да я морозу твоего не боюсь-е-е-я, ай-е-е-я, не боюсь-я. Ой, да я морозу твоего не боюсь-е-е-я, ай-е-е-я, не боюсь-я. Ой, да кого люблю, с тем я веселю-е-е-я, ай-е-е-я, веселю-ся. Ой, да кого люблю, с тем я веселю-е-е-я, ай-е-е-я, веселю-ся. А сейчас хочется спеть песню, она называется «Боевой гимн уличных музыкантов». Встань, не оденься, возьми свою флейту, вложи ее в ножны, как меч самурая. Оставь свои школы и университеты, останься пустым от края до края. Выйди на улицу полной решимости, выдержать бой или сгинуть навеки.
воли к свободе круши, злостью и рвенотой, звонкой из толпы человека. Наш фронт под мостки и улицы, мы воюем за людские сердца, наше оружие, музыка и честные лица, мы будем стоять до конца. У каждого из нас свои приемы и средства, и каждый с Богом один на один. Но удары барабана пульсируют сердцем в нашей общей груди. И в этом мы все бесконечно едины. Мы все один большой организм. И мы не молимся, Отче, грех не веди, наш пастырь, музыка, учитель, самая жизнь. Наш фронт под мостки и улицы, мы воюем за людские сердца, наше оружие, музыка и честные лица, мы будем стоять до конца. И вот кто-то спросит, чем же ты дышишь, чем ты живешь, в чем твой смысл? Я выдохну дым, дым поднимется выше, за ним следом сор проследует ввысь. Я отвечу, что я всего лишь часть сущего, всего лишь нота в симфонии, танцующий в сверх, а смысл дается смысл несущему, и будет нам всем точно-точно поверье. Наш фронт под мостки и улицы, мы воюем за людские сердца, наше оружие, музыка и честные лица, мы будем стоять до конца. И наша армия ширится, каждый боец незримо наполняет собой этот город. В его артерии улиц мы льем кровь наших сердец, в его шум плетая пульсации нот. Город нас переваривая не замечает, он живет своей жизнью, как будто не слыша, как мы его вдохновляем, леча и уча. И он неосознанно музыкой нашей дышит. Наш фронт под мостки и улицы, мы воюем за людские сердца, наше оружие, музыка и честные лица, мы будем стоять до конца. Спасибо. До камушка достает, до камушка достает, 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 шор-йоры, вери-йоры, шорцы-йорцы, вери-йорцы, вертоты, вертоты, таты, таты, вертотушки мои. Из камушка огня нет, из камушка огня нет, огня нет, огня нет, шоры-йоры, вери-йоры, шорцы-йорцы, вери-йорцы, вери-йорцы, вертоты, вертоты, таты, таты, вертотушки мои.
чужой же неправды нет, чужой же неправды нет, правды нет, правды нет, шор-йор, вери-йор, шор-ци-йор, цивери-йор, цивери-йор, цивер-таты, вертаты-таты-таты, вертатушки мои. А есть правда, да не в ней, а есть правда, да не в ней, да не в ней, да не в ней, шор-йор, вери-йор, шор-ци-йор, цивери-йор, цивери-йор, цивер-таты, вертаты, таты, таты, вертатушки мои. А еще? Следующий куплет. Теперь я продолжаю по пунктам непосредственно метод. И сделаю я это сейчас на примере организации «Глобальная волна». И начнем мы с идеологии. Я предлагаю идеологию для «Глобальной волны» размером в одну страницу листа А4. «Глобальная волна» – это народная самоорганизация, призванная породить систему общественных отношений, позволяющую переход к альтернативному использованию технологий во благо всех. Технологии новой цивилизации, дающих энергетическое изобилие, избавляющее от ростовщичества, денежной зависимости, неизлечимых болезней, пагубных злоупотреблений. По мере становления в широком смысле русского мира как общество осознанных людей, Россия станет лидером народного космизма и идеологом общемирового человеческого объединения в ноосферу. В основании самоорганизации такого общества заложены речевые принципы действия в Совете до согласия, наряду с идеями свободы личности, равенства прав и возможностей, братства и дружбы народов. На базисе гуманизма эти идеи создают наиболее гармоничную систему общественного устройства, согласуются с принципом Создателя, каждому своем, ради блага всем, и соответствуют древним ведическим традициям наших предков. Идея социального равенства людей, независимо от их профессиональной и иной принадлежности, позволяет человеку совершать более свободный выбор самоопределения в жизни. А равнодоступность социальных благ объединяет общество пониманием равноценности трудового вклада каждого человека в общий созидательный процесс преображения окружающего мира. Наш приоритет – первостепенная значимость истинных человеческих ценностей, добропорядочности, смысла жизни, развития личности, роли каждого в общем деле, ориентация на долгосрочное процветание и благополучие страны и планеты, на технологическое развитие России в области безопасной и изобильной энергетики и других ресурсов и человекосберегающих технологий. Гарантия свободы личности в объеме конституционных прав гражданина, свободы слова и обсуждения, принципы осознанного народоправия – ключевые составляющие современного и будущего общества. Принятие решений путем советов профессионалов с участием всех заинтересованных лиц. Успех в создании общества справедливых и честных отношений возможен только с учетом прежнего опыта и соблюдением определенных правил, в основе которых лежат законы мироздания, то есть природы, главным из которых является закон необходимого и достаточного. Он определяет бережное отношение к окружающему миру, построение гармоничных межличностных отношений и создание равновесия в иных системах. Преображенное общество – это новое мировоззрение, системное, вобравшее в себя все самое лучшее от мудрости древних ведических цивилизаций до современных прогрессивных открытий, направленное на гармонизацию человеческого бытия с учетом постоянно изменяющихся условий жизни, влияния научно-технического прогресса и других факторов. Это не только экономические и технологические преобразования, это переосмысление в каждой сфере нашей жизни, продиктованное здравым смыслом и законами мироздания. Это постоянный рост осознанности граждан, личностный рост каждого, основанный не на идеологии потребления, а на идеологии созидания и, как следствие, создание более счастливого общества, в котором государство должно выполнять отеческую функцию, осуществлять заботу о людях. Таким образом, миссия России как актора общемировой организации на основании своего цивилизационного и эволюционного потенциала состоит в построении и урегулировании социального устройства человеческой цивилизации с целью гармонизации отношений в системе жизнеобеспечения экономических, политических, технологических, социальных, экологических и других, формировании образа новой культуры бытия, позволяющей прожить человечеству на Земле еще множество поколений, сохранив систему гармоничной и распространить впоследствии свою цивилизацию на другие миры. Спасибо за внимание.
Коня землю ногой бьет, коня землю ногой бьет, ногой бьет, ногой бьет, шар-йор, вери-йор, шар-цы-йор, цивери-йор, цивери-йор, цивертаты, вертаты, таты, таты, вертатушки мои. Коня землю ногой бьет, коня землю ногой бьет, ногой бьет, ногой бьет, шар-йор, вери-йор, шар-цы-йор, цивери-йор, цивери-йор, цивертаты, вертаты, таты, таты, вертатушки мои.